recomandăm Medicul Ion Groza, medic de la Dumnezeu. Medicul Ion Groza, medic de la Dumnezeu. Все? Рустам, можно? Нет, нельзя, я не дома. Олег Викторович, не тормозите, пожалуйста. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях председатель Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин. И сегодня будем разговаривать на злободневную тему «Энергетический кризис». Немножко поговорим о кризисе с газом, о кризисе с электричеством, о тарифах, почему у нас с этим всем большущие проблемы. И мне будет даже очень интересно, чтобы Виктор не только говорил и критиковал, но у него, я знаю, есть и свои предложения, которые, я думаю, многим будут интересно послушать и сравнить его предложения с действиями, которые предпринимает наша нынешняя власть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, давайте начнем с того, откуда пошел газовый кризис в Европе и здесь. И отсюда дальше перескочим к нам в Молдову. И хочу рассказать, почему этот газовый кризис разразился именно сейчас и именно в Европе. Проблемой стало месторождение газа в Балтийском море Гронинген. Оно принадлежит голландцам. И они более 50 лет качали газ с этого месторождения. В прошлом году пошли первые разговоры, и уже принято решение. И сейчас идет консервация этого месторождения. Потому что голландцы имеют более 250 землетрясений в год, они еще с маленькой амплитудой, но они говорят, что если мы дальше будем качать газ с этого месторождения, то амплитуда этих землетрясений может стать больше, и если пойдет волна на материк, то первое, кто пострадает, это будет Голландия, потому что уровень земли у них ниже уровня моря. У них вся земля же насыпная. И часть страны, она ниже уровня моря. И поэтому образовался, и дальше будет образовываться дефицит с поставками газа. И цены на их хабах постепенно пошли вверх. Но нам об этом не говорят. У нас все кричат, что Россия виновата. Но бог с ними. Россия, думаю, без нас разберется, что происходит. Но вот отсюда все это пошло. Дальше это все начало касаться всей Европы, потому что Россия поставляет до 50% газа в Европу, а все остальное получали с Гронингена, и есть еще газопровод с Африки, с Алжира в Испанию. И испанцы потребляли именно африканский газ. И вот это все наложилось, цены пошли вверх, на хабах цены растут, а
Почему-то все политики пытаются сказать, что Россия в этом виновата. И вот дальше давайте перескочим к нам в Молдову. Мы уже получили ситуацию, вот она. Цены выросли, кто-то ездит куда-то договариваться. Договариваться я не знаю, кто с кем, о чем можно договариваться. И вот здесь мне интересно, чтобы Виктор рассказал свое видение того, как наше правительство, наш президент, наши министры профильные должны себя вести, чтобы эту ситуацию нормализовать, и чтобы мы не платили таких цен, таких тарифов, которые сейчас складываются. 11 лей, обещают 14,70 и тому подобное. Хорошо. Но я хотел бы начать тоже немножко вступительного такого подготовительного экскурса как бы в проблему. Первое. Ни одна страна Европы никогда не жаловалась за последние два года, что Россия виновата в повышении цен. То есть Австрия не предъявляет России проблемы, что Россия поставляет по дорогим ценам. Германия не предъявляет России претензий. Румыния не предъявляет России претензий. Даже Польша не предъявляет России претензий, что Россия виновата в завышении цен. Почему? Потому что у всех этих стран есть прямые, долгосрочные контракты с Россией, и Россия строго выполняет по объемам и по ценам поставки. Кто говорит о России? О России говорят, что, наверное, в повышении цен виновата Россия, потому что она не хочет пропускать через Украину или через еще раз Украину, Польшу. Или через Польшу, наверное, да? А Россия говорит, а что нам поставлять по этим трубам, если все, что по контрактам нам положено поставлять, мы поставляем? Есть какая-то страна, у которой есть претензии, что мы не поставляем? Нету. Никто никогда не объявлял претензии России, что она не выполняет контрактные условия по объемам или по ценам поставок. Если кто-то вспомнит такую тему, он соврет. Потому Я что... вспомню. И не совру. Да, но потому что дальше. В медийном пространстве ни одна страна европейская не предъявляет претензии России. Что-то спорят о Северном потоке. Россия построила Северный поток, Россия хочет поставлять дополнительные объемы газа по Северному потоку. Немецкая компания-инвестор тоже хочет получать этот газ, но европейцы под давлением американцев не разрешают запустить Северный поток. Теперь маленькое тоже вступительное слово – о том, о каких ценах 1500, 2000 вообще идет разговор в Европе. Это разговор идет не о российском газе. Почему? Потому что Россия свой газ не продает на биржах. Речь идет о газе, который поставляется с Катара, Соединенных Штатов Америки, кораблями. Вот этот газ покупают те, кому не хватает своего газа по контрактам с Россией, или с Алжиром, или с Голландией. Почему они покупают? Потому что кто-то строит заправки по зарядке автомобилей, у кого-то кондиционеры больше работают, у кого-то перестали крутиться ветряки и вырабатывать электроэнергию, и они нуждаются в большем объеме газа для того, чтобы произвести электроэнергию. Вот на этих дополнительных объемах потребности биржевики, проще говоря, спекулянты, зарабатывают бешеные деньги. Вот это вся история с Европой. Теперь переходим к Молдове. Нет, пару минут. Есть такая страна, как Польша, которая выиграла у Газпрома суд с Стокгольме на эту тему, что ей не нравилась цена, подписанная Польшей. Польшей, ну, газовой компании в Польше, да? Из Газпрома, и что они хотят дешевле. Не дешевле. Там очень интересно, что они хотят получать газ по спотовым ценам. И этот суд был как раз в тот момент времени, когда из-за ковида был объявлен локдаун, и цены упали до 52 долларов за 1000 кубов. Вот эту историю
с желанием Польши и 50 долларов за тысячу кубов, надо очень хорошо запомнить, почему. Потому что теперь начинается правда о Молдове. Так вот, давайте я закончу. Угу. И после того, как они выиграли этот суд, Российская Федерация была вынуждена им заплатить, ну не Российская Федерация, а компания «Газпром», 1,5 миллиарда долларов. Хорошо. Теперь... Дальше угу. они, вот сейчас цены подскочили вверх, они уже говорят, ребята, а нам по таким ценам кусается, давайте все-таки будем договариваться. Ну на что, естественно, «Газпром» после того, такого отношения и сам сказал, ну ребята, вы хотели, вы получили. И вот сейчас мы, давайте, как вы и предлагаете, вернемся в нашу Молдову, потому что у нас практически идентичная ситуация. Да, идентичная ситуация, но, к сожалению, граждане об этой ситуации ничего не знают. Почему не знают? Потому что группа телеканалов принадлежит Шору Дадону, вторая группа телеканалов принадлежит проевропейским, проамериканским структурам. Поэтому... Они все в парламенте, они все во власти, поэтому они все не заинтересованы рассказать людям вообще правду. Почему в Молдавии вообще такие высокие цены? Давайте попробуем людям открыть глаза. И говорим только фактами. Значит, первое. Наша страна не имеет ни одного брокера в Европе, чтобы вообще иметь какое отношение к спекулятивным да, ценам, к спотам, к хабам и прочее. Почему у нас нет такого брокера? Потому что у нас есть Молдова-Газ, дочернее предприятие «Газпрома». А кто у нас такой «Газпром»? «Газпром» – это компания, которая добывает газ. «Газпром» – это компания, у которой самый дешевый газ в мире. Соответственно, все годы «Газпром» имел прямой контракт со своей дочкой и поставлял как добывающая компания своей дочке торгующей газ, и дочка продавала. Принимая во внимание, что Молдова страна СНГ, значит, «Газпром» для своей дочки поставил самую выгодную цену. Мы ее называем формула цены, когда газ привязан к ГСМ. Да. Нефть, мазут и прочее, ГСМ. Да. Если есть какие-то незначительные колебания ГСМ в мире, происходят и незначительные колебания по газу. Но в долгосрочной перспективе эти колебания, они где-то нивелируются. Да. То есть, берем самое ближайшее время, чтобы мы все помнили, 2019 год. Да? То есть, у нас в зимний период была цена 170 долларов, в летний период доходила до 120 долларов. То есть вот в этих пределах 120-170 долларов мы, значит, на коммерческих основаниях, а не на политических основаниях, получали достаточно приличную цену за газ. Были тоже недовольны, тоже хотели дешевле, потому что мы помним времена, когда газ стоил 36 долларов. И мы всегда хотим, чтобы это было дешевле. Что происходит? В ноябре 2020 года господин Дадон теряет пост президента. А значит, в следующем году выборы в парламент. Значит, он дискредитирован Кульком, Багамами, другими операциями, контрабандой и прочее, прочее. Да и народ на него смотрит. Да. Но он хочет выиграть выборы. Но с Путиным уже прямого контакта нет. И вот он решает, что надо выиграть выборы через снижение цены на газ. В 2019 году летом у нас 120-130 долларов на газ, а в Европе 50 долларов. И господин Дадон договаривается с директором Молдовы ГАЗ Чибан пойти к Миллеру, к своему другу, и договориться с ним, чтобы отказаться от цены газа, привязанной к ГСМ, и перейти на европейскую спотовую цену, чтобы получить 50-70 долларов. И на этом показать, что вот у него восстановились отношения якобы с Россией, и голосуйте опять за меня. 25 декабря, после того, как господин Кику подал в отставку 23 декабря, а Кику еще до 31 остается исполнять обязанности. Да, он ждет. Они в Молдове ГАЗ в наблюдательном совете
Это не акционеры, а в наблюдательном совете принимают решение обратиться в «Газпром» с предложением поменять цену. И голосуют там, принимают решение, обращаются в «Газпром» поменять цену и привязаться только к европейской бирже. Господин Кик уходит, они при нем это не делают. Приходит господин Чокой, который молился на Дадона, что он стал исполняющим обязанности. И Дадон ему говорит: выпусти распоряжение представителю правительства Молдовы в Молдове ГАЗ, чтобы он проголосовал положительно за изменение формулы цены. У нас цена будет европейская, дешевле, чем сейчас, и мы на этом выиграем выборы. Тот дает распоряжение, и 29 января приезжает представитель «Газпрома», представитель правительства Молдовы, и на общем собрании акционеров голосуют за изменение формулы цены. Я у себя на профиле, перед тем, как прийти на передачу, опубликовал не решение даже, а стенограмму обсуждения этого вопроса. Знаете, что там написано? Написано не с января месяца, а с 1 апреля по 30 сентября, это последняя дата окончания контракта, перейти полностью на европейские цены. На спотовые цены. Согласно закону Республики Молдовы, если «Газпром» является учредителем «Молдовы ГАЗ», но он является заинтересованным лицом в поставках газа, он не имеет права голосовать за контракты и за цену газа. И 35% правительства Республики Молдовы превращается в 97% голосующих акций. И только правительство Республики Молдовы и несколько мелких акционеров голосуют без «Газпрома» за изменение формулы цены и привязки на 100% к Европе. Проходит несколько месяцев, мы приближаемся к выборам, а цены в Европе начинают подниматься вверх. И вместо того, чтобы признаться, побежать обратно в «Газпром» и сказать: мы натворили глупость, они задумали следующее. Мы не будем повышать населению рост цены за газ, а просто тихо будем платить «Газпрому» деньги. В надежде они такое решение принимают, что Дадон выиграет шором, и они опять будут в шоколаде. Да, кстати, когда принимали решение, не забывайте, социалисты разругались с демократами, и социалисты сошли с шором. То есть это власть партии Шор и партии социалистов все это делает. Значит, они понадеялись, что Шор получит свое, социалисты свое, они опять получат контроль в парламенте и порешают этот вопрос. Но обнародовать, что они натворили, они не хотели, потому что будет взрыв, бомба, как раз выборы, и они проигрывают на этом выборе, что они способствовали, наоборот, повышению цен. В июле месяце проходят выборы, они проигрывают выборы, молчат, а в это время уже Молдова ГАЗ тайно, без повышения цен для населения, платит $440 в «Газпром», и дальше в августе 550, потом 600, и в конце сентября обнаруживается, что конец контракта, и надо идти на переговоры. И тут вдруг вся Молдова взрывается, когда выясняет, что Молдова ГАЗ, оказывается, платит по 550, по $600. Значит, на все, о чем я сейчас говорю, это все документально есть. Есть решение общего собрания, есть выписка, есть стенограмма голосования. И вот это все, о чем я говорю, господин Петков собрал в оригинале, обратился в Генеральную прокуратуру, и господин Стайноглав возбудил уголовное дело по факту нанесения правительством Республики Молдовы ущерба, значит, против акционеров правительства, против мелких акционеров и даже против акционера «Газпрома». А уже новая власть, новый парламент, новое правительство узнали это где-то в сентябре. И когда господин Спыну, новая власть решила пошантажировать, поиграть на нервах «Газпрому», чтобы создать хорошую базу для переговоров. Что они сделали? Они сказали: вот, пожалуйста, торжественно мы открыли ЯС и Кишинев, и сейчас из Румынии будем получать газ. Русские негромко, но смеялись. Почему? Потому что русские понимают, что в Румынии не хватает газа. Это раз. И второе, Румыния заключила в 4 раза больше объем газа из «Газпрома» в Румынию из-за нехватки газа. А по контракту там запрещен реэкспорт газа. Дальше. Значит, поехали в Польшу.
в надежде, что реверсом как-то там может зайти. Выяснили, что реверсом не идет, нету там реверса с Польши на Украину. Потом поехали в Голландию. В Голландию ваши товарищи сказали, а у нас тут землетрясение, мы не можем вам газ подать. Потом поехали, вы помните, президент в Австрию и поняли, что с хранилища в Австрии тоже газ не идет обратно. И послали к Козаку, значит, Кульминского и Спыну. И Козак сказал, хорошо, давайте договариваться по всем вопросам. А когда господин Кульминский и Спыну сказали, нет, мы вообще политику не обсуждаем, государственные отношения не обсуждаем, когда господин Козак сказал, тогда это не со мной. И они вернулись, вы помните, первый раз. Да. Потом здесь, видимо, они поняли, что через день-два останется страна без газа, и народ спросит, а что случилось? Давайте с Румынией газ, а там пустая труба. Они опять поехали к Миллеру, уже с поклоном, немножко с другим гонором, и начали договариваться. Но когда они пришли к Миллеру, господин Миллер сказал, со мной только нас, о деньгах. У нас с вами были отношения, была привязка полностью к ГСМ, вы, ваше правительство, самостоятельно проинициировали, не мы инициировали, Россия, а вы проинициировали, вот документы. Мы у себя на общем собрании «Газпрома» рассмотрели вопрос и согласились, и переделали полностью формулу цены. Вы что, из меня идиот, хотите сделать, чтобы я пошел к акционерам «Газпрома» и поставил вопрос опять к старой формулировке? И теперь очень важный вопрос, это многие люди не знают. Многие люди не знают, что в «Газпроме» всего лишь 50% плюс одна голосующая акция – это правительство России. А 49% – это американцы, французы, голландцы, немцы. То есть там буржуи владельцы 49%. И там этот вопрос вот так Путиным не решается. Для того, чтобы правительство Российской Федерации могло настоять на пересмотре цены, должны быть аргументы. А какие здесь аргументы, если правительство Республики Молдова в 2021 году попросило привязку к Европе, европейское развитие, и в этом же году приходит, говорит, нет, мы хотим обратно к ГСМ. Мы себе сделали обрезание, теперь время верните. Меркель позвонила Путину, попросила за Санду. И Путин лично, персонально, что мог сделать, это принудил Миллера сделать скидку на 70%. Поэтому уже вся страна наша знает, что формула у нас цены 70% привязка к ГСМ и только 30% осталось, вот та, которую Дадон и Шор хотели. Только 30% осталось. Поэтому, но и Путин, и Миллер поставили Спыну вопрос. Вы выходите к народу молдавскому и говорите, что это вы попросили эту формулу, а мы согласились, чтобы люди понимали, что мы пошли навстречу. Поэтому любые провокации, которые есть и от депутатов ПАС, и от других, в адрес Спыну, в адрес премьер-министра, скажите, что это русские виноваты, они все, видите, не говорят, что русские виноваты. Они молчат. То есть они, их пытаются говорить, это политическое давление, это был шантаж России, это была привязка там к Приднестровью и прочее. И премьер-министр республики, и министр иностранных дел, и Спыну говорят, не было политического давления, не было никаких дополнительных условий, это были чисто коммерческие условия, и «Газпром» согласился на нашу формулу. Да? То есть публично, официально никаких претензий к «Газпрому» не я, а руководители нашей страны сегодня не предъявляют. И вот это правда. А в чем правда? Правда заключается в том, что, я уже перехожу немножко на личности, что подлецы Шор, подлец Дадон, подлец бывший премьер-министр Республики Молдовы, которого Санду направила послом в Германию, теперь призывают людей на митинги за против высоких цен на тарифы. А кто эти высокие цены на тарифы сделал? Теперь давайте, граждане, не забывайте одну простую вещь. Что, почему у нас сегодня 11 лей? В первую очередь. Потому что переплаты Молдовы газ по формуле Дадон, Шор 440, 550, 790 включены в 11. Помимо текущей цены, вот если вы сейчас возьмете текущую цену $450, умножите на 17 лей и 50, у вас получится 8 лей мы платим в Россию. Еще 1 лей 20 все расходы Молдовы газ. У нас получается 9 лей.
Разница между 9 лей и 11 – это 2 лея с каждого кубометра. Это мы платим за Шора и за Додона, что они в 2021 году подняли цену. А теперь пришло время не 11 платить, а 13 или 14,70. А теперь я хочу объяснить, почему это будем платить. Потому что Миллер сказал Спыну: у вас был премьер-министр Филат, он попросил господина Путина оставить вам денег. И мы вам оставили 440 миллионов. Значит, фактически проевропейский альянс за европейскую интеграцию договорился с Путиным, чтобы Путин оказал тайно помощь правительству Филата, и Путин оставил деньги, которые Термаком собирала за электричество и за воду, и не платила газ, Молдовы газ, оставил правительство Республики Молдовы, что Филат немножечко раскрутился. А сейчас, когда Филата уже нету, когда ученики Филата пришли к власти, они говорят: за отца, родителя надо рассчитаться. Долги надо рассчитаться. Поэтому сейчас с 11 до 14,70 это мы будем платить за, за Филата, за Лянка и за Стрельца за этот период. То есть это признает Гаврилица, это признает Спыну, что этот долг 440 миллионов плюс штрафные санкции 300 миллионов, итого 700 миллионов, это долг только за период Филат, Лянка, Стрелец. Вот поэтому мы будем платить 4,70. Но тут надо, я хочу вас дополнить, потому что тут надо понимать, что и Додон, и Шор, которые в любом случае виноваты в том, что они сделали, они на тот момент времени тоже находились под прессингом, если помните. Господа из ПАСа, я просто не попросил Рустама эти фотографии достать, митинговали возле парламента и возле резиденции президента и кричали, что, мол, там 52 доллара, а мы платим вот такую цену. Езжай договариваться. И было такое. Давайте скажем честно, что основная вина это тех, кто принимал эти решения, но и те, которые нажимали на них и делали со своей стороны движения, и, в принципе, их к этому принуждали. Давайте их не забудем, потому что фотографию нашего великого Попшоя хорошо помню, что Европа имеет такую дешевую цену. Я вот хочу риторически именно вам задать вопрос, но я задаю вопрос вам и всем зрителям. Скажите, пожалуйста, когда у нас люди воруют у соседа или в бюджете деньги, или как Шор там банки ограбил, что делают с людьми? Значит, их арестовывают и сажают на нары, да? Там дают 8-10 лет и прочее. Значит, какую еще более тяжелую ошибку надо, чтобы сделал президент страны Додон, партия социалистов, партия Шора, господин Чекой? Какую еще большую ошибку нужно сделать, когда они на сотни миллионов долларов делают убыток предприятию Молдовы ГАЗ, в котором собственники народа Республики Молдова, и делают его банкротом? А Молдовы ГАЗ после этого по закону, а закон это разрешает, берет эти убытки, ставит в тариф населению из кармана людей, забирая деньги, чтобы закрыть преступление, совершенное политиками, партиями власти. То есть это тяжелое преступление. За это преступление уже давно все должны быть арестованы. Если я раньше говорил об этом, но думал, что меня там не смотрит премьер-министр, президент или Спыну. То есть я мог полагать, что эти люди не арестованы, потому что не знают правду. Но, значит, вчера на заседании парламента господин Спыну встал и перед всем молдавским народом, и парламентом, и правительством сказал: вы виноваты в нанесении убытков, потому что вы полностью поменяли формулу, и цены 440, 550, 790 были по вашему решению. То есть публичное лицо, вице-премьер Республики Молдовы, официально в рамках заседания парламента подтвердил факт совершения преступления. Но он не сказал, что ихняя же фракция, ихняя партия нажимала на того же Додона и требовала: иди заключай. Мы тоже люди,
оппозиционные партии, нажимаем на власть. Но власть поступает так, как она считает, в соответствии с народом. Значит, эти люди совершили преступление, эти люди должны быть арестованы, должно быть конфисковано все их имущество. Эти все деньги должны пойти на возмещение убытков Молдовы-Газ. А Молдовы-Газ, которые соучастники преступления, должны сделать перерасчет тарифов населению и снять эти 11 лей. И поставить 8. То есть, если уже есть обнародован факт преступления, и обнародован факт, что это преступление, эти деньги, эти убытки сейчас компенсируются за счет народа, то это исправляется все. Нужно пересчитать тариф и взыскивать убытки с тех, кто совершил преступление. Я с этим даже не спорю. Я и говорю, что я за то, чтобы тех, кто подписал, посадить. Вопрос у меня становится, да. Но так как у нас все же политики, у нас все рвутся вон. Нет, у нас кроме политиков есть институты власти. У нас есть институт власти. Значит, прокуратура слышит, о чем мы говорим? Прокуратура слышит, о чем говорит СПЫНУ, да? Это их обязанность, когда обнародуется факт преступления, вызвать господина Петкова, акционера, который подал заявление, меня, который это говорит, СПЫНУ, который говорит, допросить нас, попросить, чтобы мы представили доказательства, предъявить обвинение, арестовать людей. Почему у нас прокуратура не работает? Почему у нас Центр по борьбе с коррупцией не работает? То есть они, Санду говорит, я не буду оказывать давление на прокурора. Но если она говорит, что не будет оказывать давление на прокурора, а прокуроры ничего не делают, они тоже совершают уголовное преступление, которое называется служебная халатность. Правильно. А все это происходит почему? Потому что для них самое главное не благосостояние страны, благосостояние народа, а ихняя политическая борьба, и не дай Боже, как-то ихние рейтинги упадут. Ведь я еще раз сказал, мы не должны забывать, что члены ПАС и вся эта партия, их на улице нажимало, иди, езжайте, меняйте. И они под давлением тоже находились, это не надо забывать. Но мы как народ, мы же хлопали в ладоши, что вот наши ставленники, вот такие умные, дожали этих. Вот мы додожимались. Мы как народ получаемся сейчас за ту глупость, которую творилось все то время, и эти все политики играли в политику, правильно? Сейчас должны с собственного кармана рассчитываться. И извините, теперь у меня вопрос к вам, как гражданину. А что ж вы тогда молчали, правильно? Ведь тогда все играли в политику. Я не говорю Виктор Шелин, я говорю вот как гражданин. Потому что у нас среднестатистический гражданин, это не Виктор Шелин. Это, понимаете? А люди не знали. А извините, пожалуйста. А мы кто знали? Мы действовали. Как действовали? Говорили. Я говорю, нет. Я говорил. Я общался с господином Петковым. Господин Петков, как акционер Молдовы ГАЗ, официально собрал все документы, подал в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. И слушайте меня внимательно. Кто возбудил? Возбудил Стайногло. Знаете, когда возбудил? В 2020 году. Но Стайногло 7 прокуроров поменял. И как это происходило, чтобы вы понимали? Приходит Петков, говорит, что с моим заявлением? Его встречает прокурор, говорит, я рассматриваю. Проходит месяц, господин Петков приходит, опять стучит, что с моим заявлением? Приходит другой прокурор, говорит, меня только поставили на это меня дело. Только поставили, я только сейчас изучаю. Еще проходит месяц, другой прокурор приходит, 7 прокуроров, можете себе представить? Да. По одному делу Молдова ГАЗ поменяли, только для того, чтобы якобы начинать сначала. Но знаете, что меня удивляет? Уже сколько Стайногло нету? А дело никто не будет, даже не будет рассматривать. Но у меня вопрос тогда. А почему же новые власти не хотят явные факты преступления вскрывать, анализировать, преследовать кого-то? Они, может быть, боятся, что если не преследуют Чебана, Чебан откроет ротик и расскажет о каких-то переговорах в Москве с Кульминским, со СПЫНУ. Или еще что-то. Почему? Почему господина Чебана никто не привлекает ответственности? То есть у нас какая-то странная круговая порука. Угу. То есть у нас приходят люди, которые обещали другие времена, борьбу с коррупцией. Вот они факты. И это, подождите, у нас еще другой есть факт. У нас есть факт, что на протяжении многих лет поставляется газ в Приднестровье без оплаты. И поставляет не Газпром,
А Кишинев поставляет и отписывает фактуры, несмотря на то, что Приднестровье не платит. Я какое предложение вносил господину Спыну и Кульминскому? Вы едете в Москву, вы в Москве скажите, мы новая власть, мы поставляем газ Приднестровью, так вы нас обязываете, а они с нами не рассчитываются. Если они с нами не рассчитываются, то у нас, у Молдовы ГАЗ, формируется долг перед Газпромом. Дайте, пожалуйста, поручительство. Поручительство, что они будут рассчитываться. И вот если они не будут рассчитываться, вы как поручитель будете списывать эти суммы. Да. Никто не поднял вопрос. И нынешняя власть продолжает поставлять Приднестровье, отписывать фактуры, накладные, без оплаты. О. На трубу сели. Вот поэтому я и говорю, это схемы, с которых все кушают. И нынешняя власть, я понимаю... Вы хотите сказать, что это международный газовый преступный картель, в котором участвует... Это не я хочу сказать. Нет, в котором участвует... Вы его показали уже, извините. В котором участвует Приднестровье, кишиневские власти, независимо от цвета. От цвета пофиг. И люди, бабло, с Москвы, правильно? Люди с Москвы. Я не думаю, что так, ну, бог бы с ним. То есть и туда, я тоже. Туда мешки не носят. Я скажу по-другому. Да. Понимаете, вот я позицию Москвы здесь вижу немножко в другом. Ихний интерес вы показали, но не рассказали его до конца. Вы четко сказали, когда Филат обратился к ним, оставьте эти деньги. Ведь на самом... Без кредита, без ратификации в парламенте. Правильно? Без того, чтобы европейцы и американцы знали. Правильно? Правильно, тихо, да? Тихо, Путин профинансировал Филата. А вот пришло время теперь отдавать долги. Правильно? Но только эти долги их требуют именно сейчас почему-то. Вопрос. И здесь есть нюанс. Я не думаю и не сильно буду обвинять Москву. Как говорит мой один друг Рустам, что я сильно люблю Путина. Нет, ну смысл какой? Путин просто применяет принцип мягкой силы. Да. Дал, а потом ты знаешь, служи, не служишь, получи. Отдай. Правильно? То есть, как вот это я больше... Как американцы. Во. Ну, видите, мы про газ практически все рассказали, и никто этот вопрос в наших государственных структурах никто не хочет рассматривать. Ну, давайте все-таки озвучим, какие есть решения. Давай. Да? Первое. Значит, в цене 11 и в цене, которая планируется 14,7, необоснованные оплаты Молдовы ГАЗ в Газпром по вине Шора, Дадона и Чукоя, бывшего премьер-министра, и господина Чебан. Значит, эти все суммы должны из тарифа выйти, но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и в судебном порядке установила факт преступления. Потому что если нету бумаги, нельзя делать перерасчет гражданам. Правильно. Да? Поэтому граждане сегодня не должны слушать Шора и Дадона и идти митинговать против Санду, а должны пойти сначала митинговать у Генеральной прокуратуры, чтобы Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и в судебном порядке доказала факт совершения преступления. Это первый вопрос. Второй вопрос. Граждане могут пойти, и я пойду, значит, митинговать к госпоже Санду. Почему? Потому что госпожа Санду немножко кривит душой. У нас цена, которую люди, не то что люди, все люди в Молдове не могут платить, не хотят платить, она несправедливая цена. И есть законное основание, что у нас цена была $200. Где это законное основание написано? Это законное основание написано в соглашении от 9 ноября 2010 года, подписанное в Ялте, Путиным, Филатом, Лукашенко и остальными руководителями стран СНГ. Этот документ называется «Соглашение об энергетической безопасности». Там написаны примерно следующие слова. «Ввиду того, что народ Советского Союза совместно строил газопроводы, добывал нефть, добывал газ, строил БАМ и консервные заводы в Кишиневе, значит, ввиду того, что распался Советский Союз, но нам всем нужно перейти плавно к рыночной экономике, страны договариваются о справедливых, недискриминационных ценах на энергоносители, поставляемые в рамках СНГ от одного из членов СНГ. То есть сегодня
Самая высокая цена $220 в Армении, самая низкая $120 в Беларуси. Госпожа Санду, мы, член СНГ, госпожа Гаврилица была на саммите глав государств СНГ. То есть никто из действующей власти не отрицает, что мы член СНГ и принимает участие в саммитах СНГ. Сейчас госпожа Санду должна, она имеет право, любой президент имеет право, объявить заседание глав государств СНГ. И так как она инициатор, объявить, что она хочет провести его в Кишиневе, пригласить всех лидеров стран СНГ и поставить вопрос о том, что мы допустили ошибку, мы подписали неправильный контракт, вот на основании концепции о энергетической безопасности мы, Молдова, страна СНГ, просим. Имеем право и просим господина Путина с нами заключить долгосрочный контракт на 20 лет по $200 США за 1000 кубических метров. И я вас уверяю, что Путин на это, никто не становится на колени, никто не унижается, никаких посредников в виде там Макрона и Меркель нету. Я вас уверяю, что господин Путин на это согласится. Почему он согласится? Потому что господин Путин сегодня в этой международной обстановке не заинтересован, чтобы одна из стран СНГ вышла из состава СНГ. Здесь нужно применять тактику, стратегию, дипломатию и прочее. Все, что угодно, лишь бы решить вопрос. То есть мы можем вернуться к цене 4,60 в течение 2 недель. Вот смотрите, вопрос дальше. Воли политической, смелости, характера и честности перед избирателями. Вот теперь я вам задам вопрос. Да, пожалуйста. А Майя Санду способна это сделать? Конечно, способна. А я говорю нет. Почему? Потому что у нее есть, извините, советник, который... Какой советник? Немец Мартин Зиг. Наверное, очень... ставленник Меркель. Так, Майя Санду должна учиться у Меркель. Значит, американцы давили на Меркель, французы, англичане давили на Меркель, а Меркель дружила с Россией и имеет газ по $220. Она так в СНГ, да, как будто член СНГ. Так советник немец должен Санду это посоветовать, но и даже так, помочь. А я вижу, что он здесь стоит и сидит рядом с ее кабинетом, но правит не она. Угу. Правит он. Он ей говорит, что делать, а она просто, как говорящая голова, нам рассказывает эти сказки. Но это, знаете, риторика. Я не верю в то, что она способна на то, что вы предложили сделать. Потому что... Моя задача как политика открыть людям глаза, показать, что есть решение проблемы. Правильно. И люди должны решить. Отправить видеосообщение нашей передачи госпоже Санду, и если она после этого ничего не ответит, тогда прийти к ней с протестами. Не сторонникам Шора или Дадона, которые натворили эту беду, а тем, кто избирал ее, они имеют право на протест, потому что они доверили свою судьбу, она в ответку им 11 лей выставила, И у этих людей есть право к ней прийти и сказать, мы тебя выбрали, нам говорят, что советник немец плохие тебе советы дает, вон его, этого иностранца, а ты, пожалуйста, иди договаривайся цивилизованно, созывая СНГ, решай вопрос. Если нет, то ты дискредитировала себя и недостойна нашего доверия. Так же демократия должна быть. Да, логично. Нет, то есть нам не нужны... Не дестабилизация по плану Шора Дадона. Нам не нужен хаос здесь. Нам нужны цивилизованные нормальные отношения. Какие цивилизованные нормальные отношения? Я политик, говорю людям правду. Я политик, вношу предложение. А люди, которые ее избрали, должны принять решение, что делать с нею. Стучать в дверь, чтобы она услышала. А если нет, прийти уже с протестами. Поэтому другого варианта нет. Это демократия, это принцип демократии. Здесь не спорю. И она пусть людям ответит, почему 11 лет не должны платить. Почему в тюрьме не сидят те, которые довели, чтобы это было 11 лет. Почему она довела того, чтобы мы $600. Господин Петков опубликовал документ согласия Газпрома, румынской частной компании, поставлять газ 1 миллиард кубов по $280. Член НАТО.
американские войска, ракеты, самолеты в Румынии. «Газпром» торгует по $280, а мы у «Газпрома» покупаем по $650. Ну что это такое? Ну, потому только потому, что у кого-то гордыня есть, потому что кто-то не может опустить носик, ну, и да, глазки. Ну, мы про газ вроде бы более-менее рассказали ситуацию, и вот где оно решение. Да. У нас есть еще вторая проблема. Она называется электричество. Тарифы растут не по дням, а по часам. И нам обещали, что контракт с Днестровской ГРЭС до апреля месяца, а цены растут уже сейчас. Мы уже сейчас... Они не растут сейчас. Они, значит, смотрите, что я раньше не уделял этому внимания. Я считал, что у нас проводятся тендеры, и Premier Energy, бывшая Union Finosa, покупает напрямую на тендерах. Значит, там государственные сети покупают напрямую на тендерах. Оказывается, это не так. Оказывается, во всем виновато государственное предприятие «Энергоком». Оказывается, у нас есть один монополист, который сам объявляет тендеры, заключает контракты, потом формирует усредненную цену и поставляет и отписывает электроэнергию уже государственному предприятию и частному предприятию, чешскому предприятию, которое называется Premier Energy. Оказывается, это так. У нас, оказывается, есть монополист, и он на 100% государственный. Это один вопрос. Второй вопрос. Оказывается, что в бизнесе с электроэнергией точно такая же Дадона-Шоровская схема. Какая? Значит, Premier Energy в декабре месяце, в конце декабря, выставляет АНРЭ требование повысить тариф на 2,7 лея. Сейчас 1,5, они на 2,7. И объясняют письменно, что в октябре, значит, ноябре государственное предприятие «Энергоком» выставляло и отписывало им электроэнергию на 96% выше, чем существующая цена. На основании чего они это делали, чтобы вы понимали? Это незаконно. Вы помните, когда повысилась цена на электричество, сразу АНРЭ утвердила для ТЭЦ, значит, повышенный тариф на электроэнергию. Так вот, «Энергоком» взял ту повышенную цену, поставил на весь объем потребляемой энергии Premier Energy и увеличил цену на 96. Premier Energy, значит, закусила язык, потому что новая власть непонятно. Сколько наедут, не наедут и прочее, промолчала. В декабре они на 86, и на январь они на 86 тоже предложили повышение. И Premier Energy, несмотря на давление Гаврилицы, несмотря на давление Спыну, сказал: нет, вот вам документы, мы требуем повысить тариф это на 2,7. Потому что вы нас в убытки пускаете. И мы вообще-то чешская европейская компания, идите вы в одно место. Будьте любезны, согласно закону, введите нам тариф. Тоже от нас скрывали, что выставляли «Энергоком». А вы не забывайте, что такое «Энергоком». «Энергокому» правительство дало 74 миллиона для того, чтобы закрыть дырку по газу. И «Энергоком» решил вытащить с потребителей через электроэнергию. Сначала через Premier Energy выставил цену, и те платили. И сейчас опять уже хотят для потребителей всех поднять цену, чтобы с нас вытащить деньги за электричество, и... которое из Тирасполя продолжает поставляться по дешевой цене 54 цента. Да? То есть те не повысили цену, Тирасполь, для... 54. Там получается 54, 54 доллара за мегаватт. За мегаватт, да. То есть Тирасполь до апреля не повысил цены. Да. Они делают вид, что Тирасполь повысил якобы цены, увеличили на 86% тариф для Premier Energy, заставили, что Premier Energy молчал, а Premier Energy обнародовал факт, что уже 3 месяца состригали купоны, и теперь хотят, чтобы до апреля мы тоже платили и состригали с нас купоны. А мы этого не хотим. И вот обнаружился второй факт, как государство, значит, рвет деньги, с кого оно может, для того, чтобы закрыть те 74 миллиона, которые они потратили. Я не думаю, что это только государство. Я бы здесь назвал, здесь есть своя мафия. Давайте скажем честно. Это все свои люди. И мало этого, «Энергоком» берет электроэнергию, «Молдэлектрика» контролирует сети. И то, что они мухлюют, это одно, но у нас есть еще игроки на этом рынке. В 2009 году, в декабре месяце, они приняли закон об энергетической безопасности, после того, как сняли Воронина, по которому они там четко объявили, что
производители электроэнергии не имеют права напрямую продавать потребителям электроэнергию. Угу. То есть они узаконили количество посредников между производителем и покупателем конечным. И появились Молдэлектрика, Молдэнерджи, вот эти все структуры, но этого мало. Была Приднестровско-Молдавская мафиозная структура. И потом мы помним господин Андронаки со своим... Частным. Который? Частной компании. Который единственное имеет право от производителя от Украины и с Приднестровья продавать напрямую фабрикам и заводам. Они пришли, нажали и сказали, ты больше не будешь там покупать, будешь у нас покупать. Да, да. И вот таких структур, я так насчитал, что еще штуки 3-4. Но все руководители в том или ином виде, связанные с бывшим НРЭ, бывшие руководители НРЭ и все остальное, это все мафия, которую нам рассказывают, у нас же есть закон. А кто этот закон принял? Ну, скоро этой мафии не будет, потому что приняли решение строить линию электропередач Кишинев, Румыния. И электричество пойдет из Румынии. Это я вас провоцирую, чтобы мы перешли на правильную тему. С Румынии электричество поставлять невозможно. У них сейчас уже в Румынии больше года кричат, что для нормального развития страны нам нужно построить еще два энергоблока в Черноводы. Вы, оказывается, второй человек молодой, который знает эту правду. Понимаете, да? Но этого мало. Та атомная электростанция в Черноводы, она не такая мощная, как нам здесь рассказывают. Каждый энергоблок имеет мощность 740 мегаватт. Только 14 объемов электроэнергии производит румынская. Только 14. 16% гидростанции маленькие на речушках. Да. Всего лишь 14 атомная станция, а все остальное... Газ, 8, уголь. Нет, 8% ветряки, а все остальное газ и уголь. Правильно. И не хватает 22% электроэнергии. Вот. Какую электроэнергию с Румынии собираемся поставлять, не понимаю. Более того, с 2023 года крупнейший лидер продаж в Европе Дачия переводит автомобили на электричество. Правильно. Так вот, смотрите, а где для машин будут они действовать? И где вы здесь видите мощности, которые могут быть задействованы для Я не вижу. Я хотел просто сказать другое, что каждый энергоблоток это 740 мегаватт. Даже если вы запустите еще два, у вас будет работать 4 блока, и это окажется всего лишь 3000 мегаватт мощность этой атомной электростанции. И так, чтобы для вашего сравнения было, мощность Кучурганская ГРЭС, Днестровская ГРЭС, 2500 мегаватт. То есть примерно то же самое, что атомная станция. И на которой сейчас работают где-то 6 турбин. Половина. А вторая просто стоят отремонтированные. Некому сбывать электроэнергию. Ее никто не хочет. И вот мое мнение, что они сейчас делают комбинацию, что... Электроэнергия будет-то на самом деле не румынская, а будет приднестровская, которую по линиям электропередач Днестровск, Волконежск догонят Молдову. Там в Румынии приднестровские товарищи Шериф откроют фирму, получат лицензию. Стоп. Значит, в Румынии фирма Шериф откроет европейскую компанию с лицензией. Приднестровская компания будет румынской компанией своей продавать электричество. Молдова объявит тендер, и румынская компания по самой дешевой цене, значит, выиграет этот тендер. И электроэнергия с Приднестровья пойдет в Румынию, и по тем линиям электропередач, которые будут построены за 268 миллионов евро Кишинев-Румыния, вернется в Кишинев. Так вот, зачем этот абсурд? Я сейчас зачем вас немножко абсурд? Скорректирую. Давайте. Кучурганская ГРЭС, то есть Днестровская ГРЭС, она не принадлежит никоим образом Шерифу. И Шериф... Нет, я не сказал так. Она принадлежит России. Она принадлежит РАО ЕС России. РАО ЕС, конечно. И поверьте мне, что Шериф туда даже не подойдет близко. То есть... Здесь вопрос, я вижу, совершенно... Хорошо, давайте так, и я прошу прощения. Россияне
откроют компанию в Румынии. А почему россияне? Россияне, РАО ЕС, будут поставлять в Румынию, и в Румынии эта компания выиграет тендер на Молдову и будет поставлять в Кишинев. Виктор, ну давайте здесь не будем, знаете, вот эти заигрывания, бог знает с чем. Я, например, не уверен, что это россияне. Почему? Потому что там есть еще один вопрос, мы его поднимем, я попрошу Рустама здесь показать его, он висит с 2012 года до 2014, а сейчас, давайте скажем по-другому, что объявляют о строительстве вот этой линии электропередач Вулканешт и Кишинев не РАО ЕС России. Мы объявляем, мы тратим. А наше любимое правительство во главе с Гаврилицей и со Спыну. Да, конечно. Это так. Раз. Да. И эти ребята радеют, они объявляют тендер, и они, насколько я понимаю, уже начали... Индийская компания уже начала строить. Правильно. Так вот, мой вопрос, кто будет контролировать вот этот поворот из Приднестровья на Кишинев, это вопрос такой, спорный, чтобы я с вами сейчас не подрался. Или РАО ЕС, или Шериф. Нет. Или кто правительство еще? Республики Молдова в лице Спыну с Гаврилицей и нашей любимой Майей Санду. Ну, вы не надо уж прямо говорить, что эти, что здесь правят в стране, такие идиоты, и они на эту фигню смотрят и молчат, и еще и сами объявляют тендер. Нет, стоп, стоп, давайте просто, мы слишком усложняем вопрос. Плюс есть второй вопрос, который вот к этому. Можно я немножко упрощу вопрос? Первое. Значит, европейские банки заключили контракт с правительством Республики Молдовы и выделили деньги 268 миллионов. Официальная версия, значит, обезопасить Республику Молдову от российского влияния и получать электричество из Румынии. В Румынии электричества для Молдовы нету. Единственный источник электричества – это Кучурган. Да. То есть мы сегодня берем с Кучергана электричество и платим достаточно дешевую цену. Да. Да? Значит, наши хотят потратить 268, конечно, себе откатить на офшоры денег, но электроэнергию другую, кроме Приднестровской, мы брать не можем. Поэтому электроэнергия пойдет из Приднестровья в Румынию, из Румынии в Кишинев. Правильно. И все, кто владеет электросетями, значит, Приднестровье, Румыния, Румыния-Кишинев будут зарабатывать на транспортировке дополнительные деньги, которые возьмут с кого? С населения, с потребителей. Так вот теперь, Рустам, пожалуйста, поставь вот сюда на экран эту статью 2014 года. Какую статью? Она очень интересная, на поэт МД она вышла, что Украина забрала электросети из Днестровска до Вулканешта. Молдавские электросети? Да, да, да. На каком основании? А основание очень интересно. Эта эпопея началась в 2012 году, когда... Можете посмотреть, я уже поставил. Включите, она сейчас в эфире есть, прочитайте. Спасибо. Когда подконтрольные Ахметову структуры подали иск, что Молдова не рассчиталась за потребленное с Украины электричество за эти годы, начало 2000-х, когда во власти были господин Воронин, Дадон, Гречана и все остальное. И в 2014 году они просто сказали, что закрыли все темы, эта линия наша, она на нашей территории, вы ни хрена не сделаете. И поэтому я, в отличие от вас, не вижу здесь контролером этой схемы РАО ЕС или Шериф, а вижу... И поэтому я, в отличие от вас, вот не вижу здесь контролером этой схемы. Я прошу прощения. И вот здесь получается, что те, кто контролируют линию электропередач с Днестровска на Вулканешты, и которые сейчас строят линию с Вулканешт на Кишинев, это вот эти товарищи со схемой. А РАО ЕС, как нормальная коммерческая структура, имеющая мощности, которые простаивает, она просто скажет по-другому. Ребята, если вы платите деньги, которые нас устраивают, то нате вам. А то, что вы с ней, с этой электроэнергией будете делать,
Я, понимаете, я вот сам задавался вопросом и не понимал. У нас есть линия электропередач, которая выходит с Тирасполя, идет по Молдове, в Улканеште и в Румынии. С Днестровска она выходит. С Днестровска, да. Я упрощаю. Значит, я думал, если вы даже хотите из Румынии брать электричество, то зачем строить такую длинную ветку из Кишинева туда? Давайте задействуем, условно говоря, значит, как только через Днестр переходит линия. Делаем... Через пруд. Нет, сначала через Днестр, да? Угу. Делаем перемычку в Молдове до Кишинева, и у нас свяжется Румыния, Волконеште, перемычка Кишинев. Я никак не понимал, зачем строить новую. А теперь мне становится ясным, что та линия электропередач уже украинская. Да. Которую забрали, согласно этой статье, за некий долг Молдовы перед Украиной. Правильно, но об этом... Но об этом... наше молдавское правительство не говорит. И этот молдавский... Не знает? Да нет. Или не говорит, или не скрывает? Говорит. Давайте скажем по-другому, что все, которые сейчас у власти находятся, это люди в той или иной степени которые... были... Которые... Стоп, вы говорите 12-й год? Да. Так это же Санду, Спыну, все были... Лянки, Шмянки. Все были в либерал-демократической партии. Правильно. Как они могут не знать это? Правильно. И видите, нам рассказывают, давайте возьмем кредит, повесим этот кредит народу на шею, будем покупать электричество. Да, нужно четко сказать, что это не грант, это простой коммерческий кредит с процентами. Правильно. Но нам-то рассказывают по-другому, и в конечном итоге, когда мы в один прекрасный день, в одно прекрасное утро проснемся с тарифом, как будто мы живем в Лондоне, так, невзначай, мы офигеем, как мы сейчас офигели от этого тарифа на газ. Правильно? Хорошо. Значит, для меня это сенсация, то, что вы рассказали сейчас. Да? Для меня это большая новость. И я понимаю, почему люди молчат, потому что никто об этом не знает. Конечно. Да? Значит, у меня было другое предложение, я его уже озвучил. Я считаю, что... Мы сейчас можем брать электроэнергию с Украины и из Приднестровья. Если мы говорим о безопасности электроэнергии, что такое безопасность? Это брать от другого, зная, что у него есть, да, и что еще хорошая цена. А брать в Румынии, когда мы знаем, что там нету, и Румыния сама завозит, да, электричество из-за рубежа себе. И это цена значит, на киловатт, это, на мегаватт, да, там, да, за 200. Это значит деньги на ветер. Если деньги на ветер, два варианта бывает. Первый вариант – это схема Приднестровья. Кто-то завладел линией украинцы от Приднестровья до Румынии. Они хотят на этом зарабатывать. И будет построена эта линия электропередач. Кто-то хочет заработать на этом строительстве. И это все отразится на, значит, потребителе, на Конечно. Гражданине Республики Молдовы. Сейчас уже говорят, что будет 2,50. А если еще... в тариф заложить эти расходы, то это будет уже 3,50 или 5, да? Да. То есть это нам невыгодно однозначно. Второй вариант, какой я предложил вариант для реального обеспечения энергетической безопасности? Вот у нас вся Молдова в ветках линии электропередач, да? Есть оно все. Я предложил, давайте 268 миллионов потратим на ветряки. Сегодня один ветряк 3 мегаватта стоит 1 миллион евро. То есть мы ставим 268 ветряков, не надо дополнительные провода. Почему? Потому что ветряки ставятся рядом с линиями электропередач. Да? То есть есть роза ветров. Кстати, есть международная ассоциация, которая делает замеры розы ветров. В Молдавии рекомендована установка ветряных генераторов и определено 6 тысяч точек, рекомендованных для установки этих ветряков. А я всего лишь говорю про 260 ветряков мощностью 3 мегаватта каждый. Эти ветряки по 3 мегаватта каждый обеспечат Молдову еще на экспорт. Но это реальная независимость. Теперь цена. Значит, чтобы вы поняли, мой друг является директором проектной организации в Румынии по разработке вот этих всех проектов ветряной генерации. Кто ездит на рыбалку, я рыбак, в Тулчу, видит, что там все поля уже в ветряках стоят. На юге Украины, в Одесской области, тоже уже ветряки стоят. И в Молдавии уже несколько ветряков есть.
Так вот, оказалось, что себестоимость электроэнергии у ветряка составляет 0,45 евроцентов, то есть 1 лей 20. Мы сейчас платим лей 50, нам хотят выставить 2,70, а если мы построим эти ветряки, мы будем иметь себестоимость лей 20, пусть по лей 80 продают населению, но... Это не будет 5. Но это не будет 5, это раз. Второе, значит, электроэнергии, валюта за рубеж не будет уходить, да, они будут крутиться, мы будем платить лей, да. Значит, амортизация одного ветряка 50 лет. Гарантия, которую дают производители, 10 лет. То есть 10 лет они будут крутиться и прочее. То есть, чтобы вы поняли, значит, просчитано и доказано, что окупаемость одного ветряка 5 лет. То есть 45 лет ветряк с небольшим ремонтом будет еще работать. Это будет чистый доход. Ну, я сейчас немножко возражу. Пожалуйста. И это не критично, но... Мы увидели, что в той же Европе, как только проблемы с ветром или еще что-то. А кто сказал, что у нас исчезают ТЭЦ? Кто сказал, что у нас исчезает Днестровская ГРЭС? Кто говорит, что у нас исчезает Украина? Так вот я вам у нас хотел сказать вообще другое, есть. Что у нас мощности той же Днестровской ГРЭС еще есть свободные, понимаете, чтобы обеспечить эту Молдову. В Румынии будем продавать. Еще и туда продавать. Так я говорю. Понимаете? Мы сейчас и говорим... И мы сейчас... Давайте еще... Мы сейчас говорим о простом вопросе. Наберем мощности, которые мы должны сначала оплатить, взять кредиты или еще что-то. Поэтому я говорю, вот наши руководители не занимаются тем, чтобы эту страну поднять с колен. А давайте создадим проект, возьмем большущий кредит, отмоем бабки. Вот я вам сейчас хочу задать провокационный один вопрос. Давайте. Да? Скажите, пожалуйста, когда молдавский народ голосовал за партию ПАС, вы ожидали, что после того, когда они придут к власти, будут круглые столы, обсуждения? Нет. Проблемы общества и прочее? Ожидали? Нет. А я ожидал. Почему я ожидал? Я ожидал, потому что они это говорили, что все будет транспарентно, что не будет, что их выбрало вообще гражданское общество, что их выбрала вообще диаспора. А диаспора – это ребята, которые научились на Западе каким-то современным технологиям, и что они, как власть, всегда будут советоваться с гражданским обществом, с диаспорой, о планах развития страны. Почему нету дискуссии круглого стола на простую тему? Строить линию электропередач – за 268, или ветряки поставить. Знаете, почему нет? Потому что если ты делаешь круглый стол, там 10-5 предложений альтернативных есть. И люди ориентируются, кто что предлагает, и что хорошо, что плохо. А в ситуации, когда ты не делаешь круглые столы, то ты делаешь то, что ты хочешь. И говоришь, народ доверил нам 62 депутатских мандата. Народ доверил нам президентуру, парламент и правительство. И, соответственно, мы используем это доверие, чтобы сделать людям благо. А это не благо. И достаточно только выключить телевизор, чтобы там не было Шельна, Букуряна, других с альтернативным мнением, и народ вообще не знает, что оно существует. Конечно. Вот и все. Все правильно. Банально, просто, как всегда. Правильно. И вот смотрите дальше. И вот когда мы вот эту всю ситуацию рассмотрели, правильно, вы мне задали вопрос, ожидал ли я круглых столов со стороны ПАС? Я почему сказал, что я не ожидал? По одной простой причине. Я знаю, что Филат эти круглые столы никогда не делал, он принимал решения. А это его ученики из Пыногрызы, которые воспитаны в таком же ключе. Понимаете? И я от них, но даже при лучших моих, понимаете, надеждах, не ожидал. И вот здесь возникают... Куча вопросов. А когда я еще после того, как они победили, увидел, что диаспора теперь превратилась в мою сестру, в мою куметру и еще, бог знает, в кого, но все мои, то я сказал, что мы на самом деле знали, что бригада Додона – это куматрия. Но теперь мы поменяли одну куматрию на вторую. И это тоже куматрия, то же самая преступная группировка. Хорошо. Значит, мы очень конструктивно поговорили о газе.
с вашей сенсацией мы очень конструктивно поговорили об электричестве, и понятно, что проблема есть, но есть и решение. И теперь вопрос тоже к людям. Даже вот я председатель партии, я сейчас не обращаюсь к своим сторонникам, я даже не обращаюсь к сторонникам партии социалистов, коммунистов, которые не голосовали за САН. Я обращаюсь к людям, которые голосовали за ПАС. Не для того, чтобы они сегодня возмущались, чтобы они бросали свою партию или своего президента, которому они доверяют. Но я обращаюсь к ним для того, чтобы они поставили вопрос перед своими избранниками в парламенте, в правительстве, президентом, зачем нам нужна эта линия электропередач, если в Румынии нет электричества, и если можно построить свои ветрогенерирующие станции, солнечные батареи, для того, чтобы вырабатывать собственную энергию, и плюс всегда иметь, значит, способность говорить с Приднестровьем. Почему? Потому что когда Приднестровье знает, что в Молдове есть ветряки, значит, накручивать цену не надо, а нужно сделать такую цену, чтобы она была приемлемой. Правильно? Да. Или вообще объединить энергетический сектор, Приднестровье, ветряки, ТЭЦы. Ну так нормальные люди так делают. Создать пул какой-то, вырабатывать для себя дешевую электроэнергию, а излишки по выгодным рыночным ценам продавать. Во. Но вы здесь, у нас время передачи небольшое. На самом деле я еще сейчас могу выдать вам одну сенсацию. При Советском Союзе потери в линиях электропередач в нашей энергетической системе Молдавской ССР. Угу. Знаете, какие потери вообще регистрировались? Нет, не разбираюсь в этом. До 20%. Ну, смысл так, чтобы вы понимали. Любая... Не, я понимаю. Любая передача... Потери разбираюсь, да. А вот объем не знал. Любая транспортировка электричества по проводам, вот воздушные... Идут потери. Так вот, при советской власти ОБХСС давно бы посадила всех этих начальников за то, что они показывали бы потерь выше 20%. А теперь вот вам сенсация. Наши господа, в соответствии с сайтиком, интересный такой сайт, он публикует фотографии энергетики всех стран. Угу. Они опубликовали, что потери, которые у нас заявлены в Молдове, сейчас доходит под 58-60%. Это о чем речь? О воровстве? А я не знаю, о чем это. Ну, это же нереально, правильно? Ну да, но я к следующей программе, мы все равно еще что-то. У нас еще большие потери есть в газовом хозяйстве. А у нас везде потери. Которые и потери в электроэнергии, и потери в газе, все за счет населения. И я не понимаю, почему. То есть... Ты плохой хозяйствующий субъект. Но мы тебя выбираем. Есть технические потери, а есть потери от бесхозяйственности. Вопрос, почему потребитель должен оплачивать потери? У тебя есть плановая прибыль, если у тебя есть потери, ты вычисляешь это из плановой прибыли, остаешься голым, без прибыли. Потому что у тебя плохой хозяин, плохой менеджер, плохие ремонтники и прочее. У нас есть руководство страны, которое мы с любовью избираем. Сначала пророссийское. Сейчас проевропейское, но по сути они обычные банальные воры, которые, знаете, нас разделили, все это общество, на части, и мы на выборы приходим и кричим, мы за одного вора, а вы за второго вора. И вот эту ситуацию я не знаю, как объяснить людям, что мы выбираем только воров. И как один мне мой товарищ сказал, я выбираю из двух зол меньшее. А какая разница, какое это зло, меньшее, большее? Хорошо. Я чувствую, что скоро мы заканчиваем. Я хочу сказать, что не решение проблемы с ценой на газ, не решение проблемы с ценой на электричество, а рост этих цен однозначно уже привел. И Национальный банк прогнозирует огромный рост цен на продовольствие и все остальное. То есть три, условно говоря, кита, которые засосут наш народ и нашу страну в бездну. Да. Это высокая цена на газ, высокая цена на электричество, высокая цена на продукты питания. И еще есть четвертое ГСМ. То есть
госпожа Санду персонально, потому что сначала народ выбрал ее, а потом она за шиворот вытащила партию ПАС, именно за счет своей репутации, да? Да. Она несет персональную ответственность за то, что сложилось. И я хочу сказать, что, госпожа Санду, возможно, у вас в команде есть люди, которые вам зла хотят. Возможно, у вас есть в команде люди не специалисты. Полагаю, что есть и хорошие специалисты у вас в команде. Но вы должны положить сегодня на стол вот эти четыре проблемы. Цена на газ, цена на электричество, цена на продовольствие и цена на ГСМ. И должны их решить срочно. Потому что, когда начнут закрываться предприятия, что происходит? Увольняют людей, если не платят заработную плату, нет отчислений в пенсионный фонд. И все. После этого уже начинается хаос, бардак в стране и прочее. Сегодня есть много политических сил, таких как Шор, Дадон, которые сотворили эту проблему, начали вообще эти все проблемы и хотят людей вывести на митинги. Я вас уверяю, что я, например, буду разъяснительную работу проводить, чтобы люди не пошли за этими людьми. Но если на митинги пойдет простой человек от личного убеждения, что вы не решили проблемы, то я вас уверяю, что и Шоров на этой земле не останется, и Дадона на этой земле не останется, и вас на этой земле не останется. Потому что это будет массовый народный гнев. Поэтому пока проблема еще не слишком запущена, вот мы сегодня в передаче всего лишь две темы обсудили, но мы видим, что на каждой теме есть решение. Мое решение может быть плохим или хорошим. Да у нас много людей, которые еще предложат. Но просто посадите за стол людей. И вот я когда иногда призываю власть посадить людей за стол и пообщаться, мне пишут, что вы как-то прислуживаете, там, как-то хотите понравиться госпоже Санду. Я всего лишь призываю к конструктивному диалогу. Понимаете, за госпожу Санду, за партию ПАС проголосовало только 30% населения. А остальные 70% это что, изгои общества, которые не имеют права слова, не имеют мысли. У нас достаточно высокоразвитое общество, образованные люди. У нас миллион людей работают за границей, они тоже интеллектуальный капитал заработали за счет работы на предприятиях. У нас есть с кем разговаривать, с кем советоваться, вам в конечном итоге принимать решение, потому что вам народ доверил власть. Но самое большая беда, которую все практически отмечают, включая даже ваших экспертов, что партия власти и президент не общается с гражданским обществом, с оппозицией, с людьми, которые критикуют, ни с кем не общается. Если все общение у вас происходит только на уровне советника, которого вы взяли сейчас в Германии, из Германии, да, то этот советник тогда и он, и вы будете за все это. Этот советник был советником у Филата. Он был советником. У Лянки. Когда произошла кража. Вряд ли он хорошему насоветует. Произошла кража миллиарда и сейчас у нас. А он советник у Санду. Вы знаете, я в отличие от вас не такой оптимист. И я не верю, что кто-то хочет разговаривать. Но я скажу следующее на прощание. Что вот если завтра народ выйдет на площадь. Не с Дадоном, не с Шором, а сам народ. Я до сегодняшнего дня не призывал выходить на площадь. Но если народ выйдет, то поверьте мне, я не стесняюсь, я открыто говорю, я туда приду, но именно с народом. Я помню вас в 2015 году. Понимаете? С людьми, да, а вот эта вся братва, да ну их нафиг. На этой оптимистичной ноте я хочу сказать вам большое спасибо, попрощаться, ну и будем ждать новых встреч. До свидания. Хорошего вечера.
them. Medically one grows a medic. Дело тут не делается.